После матча в комментарии главного тренера пока Николая Владимира Коля. Поздравляю команду БИПа из Одессы с победой, с проходом в 1/4 финала. Вот. И хотел бы как бы две кардинально разные, хотел бы прокомментировать две кардинально разные половины. Вот. Если обычно говорят, что от защиты идет игра в нападение, то получилось наоборот. Нападение у нас все остановились, сделали кучу потерь, тоже нам сходу занесли мячи. Вот статистика говорит, да, 22 очка нам после наших потерь занесли. Плюс поиграли 17 скоков, возможно, отсутствие больших сразу двух сказалось. Выпали из ротации, пришлось как бы Максима Шепеля задействовать, но ну, тяжело было, конечно, против больших тяжело было именно сражаться на подборах. Вот. Ну и плюс пропустили 8 трехочковых бросков во второй половине. После первой половины было у них 3. Старались, как бы установка была играть кучно, защитить двухочковое пространство под крыльцом. Ну, пропустить 74 очка это не так много, это хорошая цифра, но забили 66. Я считаю, что здесь, как бы мы не справились в нападении, как бы, а потери все превратились в набранные очки соперника. А почему не играл там Давидюк? Температура его не было в зале. Он вчера утром пришел с температурой, его даже в зале не было сегодня. Поэтому даже если он был в зале, пропустил вчера же тренировки и сегодня утреннюю, не знаю, как бы. Ну, наверное, поставил бы по такой игре, но он не смог. Ну, Муфера также, получается, не хватило правильно из этой травмы. Не хватило в ротацию. Два больших, ну, Кушнирова, Никиенко, третий Шепель выходит. Дальше уже, думали, может, с кем-то из... В общем, не хватило в ротацию больших. Как бы я считаю, в этом причина проиграна в щите. Но я же говорю, что, скорее всего, у нас, можно сказать, какая-то усталость, остановились нападения, плюс промазали все, что потеряли, нам сходу занесли.